кто-то болеет автогонками, кто-то болеет спидвеем. Мы болеем автогонками. В чем особенность этого чемпионата? Это первый раз впервые происходит здесь у нас. Там купился в районе. Это первый раз за всю историю, там, не знаю, с 60-х годов. Да, Прибалтика проходит у нас в Даугавпилсе, в районе. То есть, ну, сам-то он проходит? Да, он проходит в Губане, в Мадоне, в Цессисе. Но он ежегодный, один раз ходит? Нет, это этап просто. Ну, вообще, это открытый чемпионат, он как проходит? Нет, идет чемпионат Латвии, идет чемпионат Литвы, идет. А мы просто, ну, как бы здесь этап просто идет. Впервые в этом открытом чемпионате. Это впервые вообще в нашем городе, в нашем районе это впервые вообще происходит. Мы рады приветствовать вас в стенах Долгопилского автоспортивного клуба. Сегодня мы собрались здесь с целью презентовать вам раллийный автомобиль команды Latgale Racing Team. 10 июля этого года впервые в Даугавпилсе пройдет автомобильное ралли. Это единственный в Прибалтике первый в Даугавпилсе чемпионат открытый по автомобильному ралли, в котором принимают участие команды из Латвии, Литвы, Эстонии, России, Белоруссии, также и Швеции. И в этой гонке также впервые в Даугавпилсе единственная в Даугавпилсе команда Latgale Racing Team будет защищать имя нашего города. Команду эту представляют пилот Сергей Блажевич и штурман Сергей Анас. Слово предоставляется одному из учредителей автоспортивного клуба Леонардо Теннис. Нам повезло, дорогие друзья, что за 7 лет в Даугавпилсе нынешняя уважаемая власть обратила и на автомобильный вид спорта. Хотя нету, ни один из вас не представляет автомобили, но мы сделаем маленькое исключение. Сегодня мы наших уважаемых высокопоставленных гостей прокатим на раллийной машине здесь в окрестностях Ругелей, чтобы почувствовать, что такое вообще автоспорт, что такое ралли. И не из чужих уст, а сами почувствуют, что это такое. Такой у нас будет заезд. Для желающих немного, но тоже у нас осталось 10 литров бензина, поэтому можно проехать. Спасибо, я хочу сказать Вячеславу Шарякову, что согласился, или, скажем, позволил, наверное, право организовать этап здесь в Даугавпилсе, но такого не было никогда. Наш город на этом исключительном для нас ралли, где будет участвовать уже более 50 экипажей из разных стран. Надеемся, что ребятам удастся гонка. Вот на этом стальном коне они будут участвовать. А теперь они ваши. Можно, девочки, вот, пожалуйста, да. Дайте. Мы его немножко так попробуем обмыть, что ли? Это там до машины. Да. На удачу. Это битами надо было. Да.
Сюда, пожалуйста. Спасибо. А теперь гонщики в вашем распоряжении. Я хотел бы предоставить слово уважаемому вице-мэру Вячеславу Далекову. Спасибо за возможность. На самом деле, Леонард Теннис, как всегда, в очередной раз скромничает. Когда только появилась эта возможность проведения этапа ралли на латгальском уровне, это событие, конечно, далеко даже не латвийского масштаба, границы его входят намного больше. И было очень отрадно, как только появились первые ласточки, что он будет, Леонард сразу же, первым звонком, не дожидая встречи, во все услышание заявил, мы обязательно будем участвовать. Поэтому Леонард скромничает, когда говорит, что допускали, не допускали. Он условия в хорошем смысле поставил так, что уже вариантов отказать ему не было. Что из приятного? Из приятного то, что клуб есть, клуб развивается, участвовали они на многих этапах, есть клубы чем гордиться. И, конечно, приятное мы скрывать не будем, что мы все долгополучане любим наш город, мы гордимся им. И без сомнения, это единственный экипаж, за который буду судорожно болеть и импульсивно. Очень будет мое сердце только за вас, ребята. Удачи на этом этапе. Мы будем с вами. Спасибо. Ну и надеемся, что управление спорта тоже скажет свое веское слово. Пару слов могу добавить после речи вице-мэра. На фоне речи вице-мэра добавить трудно, но от себя лично все мы в душе гонщики, все мы в душе водители, имеем своих железных коней. Но эти ребята делают это профессионально. Я просто, как бывший спортсмен, уважаю людей, которые к любому делу относятся профессионально, а если касается спорта, то вдвойне. Поэтому от себя лично и от управления спорта хочу пожелать нашим представителям, представителям нашего города, достойно выступить. Я не знаю на своей памяти поговорку там, или пословицу какую-нибудь, пожелание гонщикам. Там, есть у регатов там, 7 футов под килем, да. Я думаю, вы меня сегодня просветите, я буду в этом плане более подкован. Но удачной вам гонки, чтобы ваши колеса вас несли, несли в правильном направлении. Дай Бог удачи и здоровья. Спасибо. Друзья, на этом торжественная часть закончена. Прошу наших стальных коней и наших пилотов. Который хотел что-то сказать. Пожалуйста. Я хотел бы поздравить вас с этим знаменательным событием. Наконец-то у нас в городе есть вот такой автомобиль. Благодаря таким людям. Ну и маленький подарочек в честь этого. Поливать я машину этим не стану. Вот, лучше это попробовать. На сегодняшний день. Первый в Латвии зарегистрированный продукт – самогон губернатор. После гонки. Место будет. Спасибо. На стол. Да.